И просто посмотрите, это просто красота, это просто прелесть. Вот они скотины, походу, ремонтируют их, и я не смогу на нем скатиться вон туда. Тут какие-то ремиксы моих песен, ну, сравнение музыки. Блин, офигенно, это самое крутое метро, что я видел. Мы все ближе и ближе к Москва-Сити. Вы посмотрите на эту прелесть. Можно зайти к банкомату там, посмотрите, какой у меня баланс, то что ноль. Все. Я обратно еще что-то. Ох ты ж, ёлки. Заходим. Все заходят, я тоже хочу. Маску надень, пожалуйста. Я такой, фуф. Просто посмотрите, господи. Меня еще не выгоняют. Конечно, на меня смотрит один, этот... официант. Он так стоит, смотрит. И офигевает, что с этим пацаном не так. А пацан-то не из Москвы даже. И не область, я просто капец. Вот теперь точно Кутузовский. Ну, хотя это и... тогда я был тоже Кутузовский, я просто не туда свернул. Вот сейчас правильно иду. И все, вон там, прямо, должна быть Тесла. Офигеть. Тесла. Model 3, Model Y, Model X, Model X, Model S, Model 3, Model 3, Model 3, Model 3, Model X. Где? А, вон еще Tesla 3. А, Charger. Так, скажи, вообще это должно быть это здание. Серьезно, никто не знает. Что-то стрёмное оно, никак нету. Ладно, я бесстрашный, короче. Хотя бы чуть-чуть прокатись. Не, я сейчас не могу. Что, извините. Я хочу пакать. Я вспомнила. Он еще стоит там с открытой дверью, только все еще. Кстати, вообще у меня эмоций никаких нет. Но из-за того, что я все время на Авито смотрел здесь, а они их не раскрыли. Чуть-чуть осталось. Вот, нифига так тихо. Вот, отсюда дом. Смотрите, это прекрасно. Все, переходим быстрее. Империя, все. Помню. Ваше внимание даже оттенок. Да, вот там. Все. В принципе, я все. Зеленый, изумрудный. Империя. Капец.
Как я называю? Я забыл. Обалдеть. Не жить, а сказка. Ладно, я бы на последних этажах бы с радостью. Так, ну, интересно, что это сейчас будет. То, что я думаю, или нет? В принципе, то. Посмотрите, как это прекрасно. Бургер Кинг на 4-м этаже. Так что мы поднимаемся. Интересно посмотреть на цены. Я уже прошел 12,3 километра. Капец. Так, вот еще одна у нас достопримечательность под названием Площадь Сити. Вот мост. Так я не знаю, платный он или бесплатный. Вообще через него планировал пройти и прийти вот сюда, в Москву-Сити, а не через метро. Господи, здесь так красиво. Вы не представляете, насколько мне это нравится. Транснефть. Кайф, блин. Ай. Ой, ема, там этажи видно, типа одежда вон там. Вот, да, одежда, нифига видно. Обалдеть. Труп несут. Блин, офигеть. Красота. Уф. Вообще интересно. Господи, вы посмотрите на это. Это же просто прекрасно. Это же красиво. Это же. Как вообще можно не любить здесь жить, я не понимаю. Видите, как. Ну чисто, конечно, не сказать сейчас. Может летом, но блин, вы посмотрите. Как все аккуратно, как все сделано. Вон, для машин, для людей. Я просто лампы сейчас говорю. Да, течение. По лыжи, по низу. Переходы пешеходные. Вон, небоскребы высокие, как Эйфел Тауэрс. Блин, ну еще дороги широкие. Чисто все. Аккуратно. Да тут можно еще говорить. Там, кстати, еще мост должен сделать. Но я не уверен, что его сейчас сделали. Там чел в такси когда говорил и показывал руками, я подумал, что со мной. Так, сейчас главная у нас задача дойти вон до правительства Москвы. Потом, ну может еще вот эта вот башня, или если это она. Короче, возле реки мы должны. Там Кадиллак. Охренеть, какой длинный. Майбл. Блин, ну как можно не влюбиться в такое? Скриншот. Просто посмотрите, мне даже дорога, мне даже вот это место нравится. Набережная получается. Мне нравится. Блин, почему я так не живу? Один раз в жизни сейчас прилетел сюда. Зарядки USB-шки. У меня Type-C, так что нет. Только часы смогу зарядить. Господи, здесь так красиво. Почему это не снимают? Да, надо своими глазами это увидеть, чтобы понять. Ну, блин, ну, смотрите, просто уф. Скриншот. Что-то долго их строят, если честно. Хотя это не выстроил, как бы логично. Вот они еще закрыли чем-то. Так что да. О, Новый год. Прикольно. Так, сейчас, кажется, свернем здесь, на набережную, и там уже идем с ночником по ней. Задолбался я ждать, короче, машин нет, вообще пустота. Блин, ну это прелесть просто, ну как... Господи, как это вообще можно ненавидеть? Они набережную не почистили, вы что, издеваете? Зато тут почистили. Нет, так дела не делают. А вот там что сносят? Старинное. Ладно, то есть потом посмотрим, наверное. Что еще здесь, даже лежаки здесь сделали. В Москве настолько стало жарко, реально, я прям чувствую, как у меня куртки жарко. Прям печет. Печет. Что ваша речка. Хотя, может, здесь кто-то проплывал, просто идеальный прям. Идеально прямой поток. Так что, блин, такие вышки стоят, капец. Дом прикольный.
И там, в принципе, все дальше. Надо бы какой-то парк зайти. У меня было несколько парков в списке путеводителя моего. В итоге я ни в какой не зашел. Хотел в Патриархе, но они далеко. Так что, да. Так, это Министерство иностранных дел. Сейчас у нас пойдет скотчем по Арбату. Почему у нас такое не делают? Мы же металл можем все сделать. Будет здесь ночью пройтись, как и по другим паркам. Интересно, будет еще... Насколько еще круче будет выглядеть. Так. Если видно куча дорогих машин, это значит, что либо это правительство какое-то, либо ЦУМ. Посмотрите, какая красивая Европа, Мы наконец-то дошли. Не, на Мерседесов явно больше.
Так, мы решили пойти на Красную площадь, ну я решил, через вот такую вот красоту. Там написано Третьяковский проезд. Ладно, давайте. Пройдем. Дочка Ванга, Баккарат, Лали и Ючугин, Даун. О, здесь Порш стоял в Яндекс.Карте. Блин, какая красота, нужно сфоткаться. Сейчас как возьму. Сейчас 20 его секунды. Но я по вечерам надо где-то снимать это. Оля-ля. Где это место, где это так же, только еще круче, как в Лас-Вегасе. Ема, какую я улицу нашел. Интересно. Что же на ней находится? Давайте же отгадаемся вместе. Начинается на R, заканчивается на F. Даю вам 5 секунд, 10 секунд, ладно. Ну все, задолбали, короче. Ресторан Каев, блин, ну чё, ребят. Главное, у него сами не ГУМ. Ема. Жалко, мне не светится.